Добрый день, дорогие друзья! Сегодня расскажу вам о том, что Алдонин привез на похороны Началовой новую жену. 21 марта состоялись похороны певицы Юлии Началовой. Проводить в последний путь 38-летнюю артистку пришли близкие и коллеги, поклонники. Среди них оказался и бывший муж Евгении Алдонин, причем вместе с женой. Журналисты сняли родных Юлии Началовой, когда гроб певицы несли к месту ее последнего приюта. В процессии шествовали убитые горем родители артистки. Причем отец Юрий как мог поддерживал еле держащуюся на ногах супругу. Шла единственная дочь Началовой, 12-летняя Вера, в серой шапочке. Следом ее отец Евгений Алдонин. Несмотря на развод, Юлия Началова сумела сохранить хорошие отношения с бывшим мужем. Они регулярно общались относительно воспитания общей дочери, присутствовали на важных для нее мероприятиях. При этом не секрет, что Евгений Алдонин снова женился. И как раз на похоронах Юлии Началовой он появился вместе с новой супругой Ольгой. А еще Евгений прихватил на траурное мероприятие маму. Кстати, проводить в последний путь Юлию Началову пришел и ее последний возлюбленный, судья из Нижнего Новгорода Вячеслав Кудря. Ходят слухи, что этот союз носил меркантильный характер. Якобы певица с его помощью надеялась выиграть суд с бывшим возлюбленным хоккеистом Александром Фроловым. Кстати, Фролова на похоронах не было. Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней артистки, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая в результате абсцесса. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал. Юлия Началова скончалась. Дорогие друзья, большое спасибо за просмотр. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях под этим видео, если оно вам понравилось, а если не понравилось, тем более. И не забудьте подписаться, если еще не успели, нажав на колокольчик. Ждем вас на следующих премьерах. Всем счастья и здоровья! А родным и близким Юлии Началовой выражаем соболезнования.